будем забывать, что любой спортивный пируэт, любой акробатический номер требует серьезной подготовки, не только личной. Но нужно подготовить снаряд и нужно подготовить спортивную площадку. Поэтому, если кто-то мутит, дикие ныряния, просьба посмотреть, чтобы внизу стояли крепкие ребята, готовые принять его на свои мужественные руки. Ну это так, между словом. Я вижу, что здесь очень много внезапных зверобоев из индейских племен. Не надо прыгать из-под тяжка, прыгайте открыто, вас подхватят сильные мускулистые руки. Снимаем напряжение. Песня про свет.